В этом году Первый канал действительно решил порадовать своих поклонников реальными и даже очень интересными сериалами. И вот под конец зимы он решил выпустить 8-серийный сериал «Курорт цвета хаки», который вы наверняка уже посмотрели и с нетерпением ожидаете даты выхода 2 сезона, а именно 9 серии. И как помните, в данном сериале Алексей Стрельцов служит в небольшом городке, но ждет повышения. Жена Вера, сын Данила и все друзья рады за него, но должность, предназначенную Стрельцову, получает Логинов. Алексей знаком с ним. Много лет назад он увел у нее девушку Светлану. Михаил приезжает из Москвы с женой. Увидев Светлану, Алексей понимает, что чувства еще живы и решает перевестись в другую часть. А что из этого получилось, вы уже узнаете, посмотрев полноценно 8 серий. Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода 9 серии, которая запланирована на март 2022 года. А чтобы быть более детально в курсе, подписывайся на наш канал.